Есть. Хороший. Хороший. Ой-ой-ой, леску выдергивает. Давай, давай, иди сюда. Давай слонку. Давай, давай. Вот это пласт. Ух ты. О-о-о. Тихо. Фрикцион. Всем привет. Здорово, мужик. Здорово. Приехали, ребят, на рыбалочку. Смотрите, какой завал. Сковородки, чашки, пилы. Приехали на двое суток. Хотим удариться на судака. Попробовать его ночью половить, поставить жерлицы на судака. Поставить удочку эту американскую самоловку. Тоже интересно. Ради прикола ее решил взять и попробовать. Может, она поймает все-таки что-нибудь. Поставим палатку, вы ночью на леща, может, закормимся. Ну, что-нибудь, какую-нибудь бель половить, чтобы просто так не сидеть. Вначале походим ночью на судака, выскочим. Потом уже будем какую-то бель пробовать. Надо его поймать, все, я никак не могу оторваться по судаку. Скоро лед уже сойдет, уже на водохранилище прям фиговый ледик. Не знаю, сейчас будем заходить с пешней пробовать. Но я думаю, интересно будет. Приятного вам просмотра. Ну, ничего, идем, ребят. Лед вроде нормальный. Не надо даже пешню. Сейчас будем пробовать, камеру опустим. Людей никого нету. Все, ребят, вот этот бур хорош. Но как на него ножи найти? Я последние скупил, и нету нигде ножей. Давайте начнем. Начну я с малька. В этот раз купил, умудрился малька. Редкость у нас, просто его взять где. Опа. Что тут у нас? Вот так. Вот она. Под малька вот такую блесенку буду использовать. И такую повесить. Такую. Так, малек у нас переросток, правда. Такой, видите, специальная фигня. Чтоб не мерз. Поменьше тогда друг выбираем, чтоб нам больших оставить на это. На жерлиц. Опа. Все, вот она. Я на балансир был? Ну, пробуй, может, он на балансе будет брать, если он берет. С утра будет на все брать, если будет брать. Вот, может, сюда дальше. Опа. Ну все. Ну ты тоже. Пошла. Есть. Хороший. Хороший. Ой-ой-ой, леску выдергивает. Давай, давай, иди сюда. Давай слонку. Давай, давай. Вот это пласт. Перчатку не хочу мочить. Офигеть, не пролазит. Тихо, тихо. Офигеть, не лезет. Давай. Фу, блядь. Пошел за Багорием. Главное, чтобы он не зашевелился. Держу. Все, лунка старая. Замерзла. Опа. Ну, вроде все. Иди сюда, Радем. Да ты мой хороший. Сколько я тебя тут сидел, ждал. Упрашивал. Бля, не лезет. А, давай, Багориком. Попробуем тебя. Так вот, вытащить. Опа. Все. Нижняя твердая есть. О. Фух.
Да ты моя сладость. Вот это сюда чего, да, ребят? Красота, да? Ну-ка пишите, сколько кг. Друг сдалека увидал. Все, бежит. Хотел зафоткать его. Фиг с ним. Оба. Так, сюда. Не брыкайся. Блин, давно таких не ловил, ребят. Хороший сюда чел. На малька. Смотрите, красавец какой. Оба. Бух. Вот это судачок. Ну, молока, не икриной, ни хера. Хорошечно. Блин, доволен вообще. Аж, блин, хоть появилась надежда какая-то. Сколько я его хотел половить, этого судака. И вот, на тебе, Вадик. Давай еще одного мне. Ой, я даже буш с собой не брал. Думаю, пойду полазю по старым лункам. Будет, не будет. А собрались... С ночевкой, снастей понабрали, все подготовились, блин, по-толковому. Вот так вот это выглядит. Вот так. Такая вот красота клюет. Думаю, ну все, ни хера ничего не будет. Щучка, бах. И судачок, и все. Ну тут, видите, вот еще один дал. Я уже, в принципе, отловился, доволен. Перчатку куда-то выкинул с радости. Так, за удочкой, ребята, у меня нарваловская. Катушка вот, просто спрашивали за катушку. Вот название ее. Ух ты, катушка замерзла. Холод сегодня прям такой дурной. А ее еще что-то зажевало, блин. Замерзает, зажевывает. И она уже так не работает, как надо. И его же вот он клюнул, начал катушкой мотать. И она, короче, нифига. Так, у нас луночки тут где-то рядом есть еще одна. Сейчас пойду. Пройду в соседний. Навряд ли два штуки таких будет. Блин, ну вообще я в восторге. Попозже вам его покажу прям. Адреналинчик такой идет до сих пор, блин. Ну, о, да ну, так бывает. Ребят, я не верю. Но этот уже небольшой. Вот этот уже пойдет нам на вечернюю жареху. Че ты, гад, малька сажал? Ну, а че, фиг что? Этот уже у нас на вечерку, на жареху. А вот он малек. Малька мало, блин. Зашел, купил. На жерлице, походу, не останется. Вот это да. Я в панике. Я в панике. Третьего не будет, да ну. Не может быть такое. Все, не психуйте. Один сегодня пожарится, другой. Надо родственникам отвезти. Просили уже рыбки. Я вот недавно ездил, судачка поймал. Поели. Сейчас там надо родственников подкормить немного. Что-то друг, походу, сам там тягает. Оба. Чё? Видите, как резко подзамерзает. Оба. Прям сегодня холодно, не знаю, как ночью сегодня будем. Ну, надеюсь, не замерзнем. Плохо то, что снега нету под палатку. Вот когда не подсыпешь, прям тепло, конечно, выдувает. Не совсем критично, но было бы намного лучше, когда снежочек. Да ё-моё. Лёд уже плоховатый. Туда на Рюсу ходил. Хотел на Рюсу выйти там. Есть пупки интересные. Ну, блин, уже там съел лед. Уже майны. Вот сейчас морозик есть, но навряд ли придавит. Там течка хорошая. До этого тепло было. Все таяло. Из балок текло. Водичка свежая.
Оторвал нахер. Оторвал. Вот это ударище. Вот это ударище было. Слава богу. Слава богу, спас, блин. Намочил перчатки. А, что-то оборвало леску, видно. Натер где-то. Вот это удар был, блин. Я офигел. Леску обрывают, блин. Тут раз балансиры ломали, блин. Сегодня они за леску взялись. Главное, ни малька ничего не сбил. Да удар был, я что? Удар не пойму был. Где-то что-то с леской с нашей случилось. Так и лески может не хватить. Ух ты! Вот он кто оторвал. Иди сюда. Вот он кто оторвал, зараза. Такой вот. Небольшой. Чего-то хорошего говорил. Вот и у друга поклевка. Он вытащил. Сошел, что ли? Не матись, успокойся, выкинь бычок. Блин, ну хороший был, да? Ну такой, да, покрупнее, чем. Офигительно. Ну так девки пляшут. Вот он. Долго-долго ждал, но небольшой. Какой зажрал ее, видите, полностью. Давай, открывай, будем доставать тебя. О, еще малька даже спасем. Это вообще шикардос. Такой вот красавец. Оба. Сидишь по полчаса над лункой, мучаешь его. Где-то вот между поклевками прошло где-то полчаса, минут 40. Сидел тоже вот так, дергал. И вот этот чопик взял. Да ну, друг, давай. Ух, какой хорош. А? Он аж сыканул. А, гля, у него вылезло, офигеть. А? Пузырь вылез. Да ты его тянул так, я думал, он вылетит сейчас в лоб. Вот это хороший. Бля, сейчас нашлёпает. Сколько судаков здесь лежало. Ага. Красавчик. Сейчас уже, ребят, потихоньку будем собираться. Рыбачить? Собираться надо, дрова пилить ехать. На ночь надо что-нибудь напилить, чтобы нам и рыбку пожарить, переночевать спокойно. Ну, вырвались, ребята, дровишек напилить, вот сушничок нашли, сейчас пильнем. Oh.
таскаем шмурдяки наши. У нас почему-то их больше, чем на леща. Оба. На судака больше. Ага. Бель, не знаю, ребят, не ловил ничего. Не обещаю вам, будем садиться тут. Глубина 7-7,5. Вот где судака ловили. Мутняк какой-то. Бель, видать, примороженная какая-то. Сетку он там оставили старую. Сом, короче, сазан, плотва, подлещик. Прям жгутом тухлая, короче. Не сняли ее. Вон у нас шмурдяка. Корыто. Два бура. Не знаю, два дня будем мы тут. Три, фиг его знает. А, надо будет что-нибудь приготовить. Жерлицы поставить и самоловка вот эта. Америкосовская. Сразу хейтерам скажу, это ради прикола. Я ловить на нее не собираюсь. Удовольствия от нее нету. Ну, прикольно. И вам будет интересно. А что, кофейка? Попрем дальше. Потом будем разводить. Сейчас. Хорошие дровишки. Ну, а куда деваться? Сырым нельзя пилить. Ну давай, чудо-аппарат. Подмотаем. Опа. Пускай стоит, а я пойду на малька ловить. Вот так вот. С утра ходили, тут одного судачка взяли. Ну и оставили его тут на лунках. Все равно собирались сюда идти. Лазить по старым лункам. Дедок с нами был тут. Все. Навинтил на поезд. И судака нету. Обокрали нас чуть-чуть. Ну, не жалко, в принципе. Но, конечно, лучше бы, если он спросил. А вот он, вечерний судачелка. Ну, так вроде ничего. О-о-о! Хороший вечерний красавчик. Был подъем. Не успел я его подсечь. Смотрите, какой красавчик, блин. Как же это кайфово ловить судака после этого леща. Судак, это не знаю, вот самая такая моя рыбалка зимняя. Вообще кайфую. Вот эти удары его просто ни с чем не передать. Даже если он мелкий клюет, и то удар у него хороший. Смотрите, какой красавчик. Какие хорошие. Может, сейчас выход у него начнется. Вечерний. Но нам уже скоро надо идти палатку ставить. Пашок приехал, малька привез, жерлицы поставим. Ну и в ночь сейчас покушаем, там разогреем, и в ночь будем пытаться ходить. Первый опыт будет судака в ночь. Ну вот ночью фиг его знает, что балансир ставить. Я... А? Ночь спать надо? Это тоже хорошо. А не, надо попробовать, ну почему он... Ночью, блин. А мне кажется, на малька надо, может запах будет. А, ну может быть. Надо будет попробовать и балансиры, и малька. Опустил просто, даже не сидел. Ух ты. О-о-о-о. Тихо. Фрикцион. Тихо, фрикцион. Эд, Илюха, иди помоги. Хороший, походу. Илюх, иди помоги, в лунку не лезет. Да, в огонь. Офигеть. Ух ты.
Давай быстрей, там лежит. Блин, вообще хороший. Вон вагорик. Опустил, ребят, в лунку просто. Хотел камеру включить. Думал, ну не будет сразу поклевки. Вон багорик. Блин, хороший прям судачок. Не сошел он уже там? Че там? Все! Да. Сидит? Да, вот он. Конкретный. Конкретный? Да. Какой интересный. Офигеть, думали, ребят. Сошел. Достал же нормально прям. Ну он хороший прям? Да. Леска ушла? У тебя? Нет, ушла. Офигеть, думал, ушел, блин, все, попустил что-то, а он просто уперся и стоит. Хороший засадник. Тихо, тихо, леска. Идет, идет. Хорош. Чуть побольше такая ряха. Вот это адреналин. Вот это кайфушки, ребят. Вот это он заглотил. Ничего себе. Ты там отдашь мне это все? Блесна там. Кабанчик, да, Пашук? Смотрите, какой. Просто зачет. Красавчик. Ну, пойду. А, все в крови, блин, достал еле-еле. Пойду попробую еще. Еще одного такого возьму и успокою душу свою. Специально ехали, чтобы душу оторвать по судаку. Сколько по нему не могли оторвать душу. В этот раз, видите, попали. Поклевывают вроде. Будем пробовать. Да, рыбалка, конечно, сегодня зачетная. Я уже на 100% доволен. Опа. Ночью, думаю, в палатке ничего не будет бели тут. Хотя он-то, наверное, он же тут вся ночь что-то ест, правильно? Значит, какая-то бель тут должна крутиться. Ну все, включили свет. Сейчас почистим быстренько тут и начнем уже растапливать. Вдруг уже дрова там колет. Оба. Вот такая у нас тут обстановка. По кайфу. Так, а вдруг мелких ничего не рыбанул? Ну вот, можно там пособрать. Давай. Ну что, нормально топорик рубит? Хреново. Хреново? Не рубится так. Ну, конечно, мелкий. Топорик. Вот. Не, ну такой мелкий, все, нормальные полежки рубит. Оба. Ну да. Оба. У тебя бумаги никакой нету? Да. Шла печечка потихонечку. Сегодня минус 12 вроде обещают. Но без ветра. Будем надеяться, что не замерзнем. Мужчичок. Мы добрались до еды. Че, поклевка пош? Так кинулся. Макарошечки. Макарошечки по-флотски. Замерзли. Как семечки. По сковородке. Надо ложку какую-нибудь. Валерия Фомино из хутора Новый Максим. Вот так, ребят, сидим, смотрим. Она студентка первого курса Казанского филиала Московской финансово-юридической академии. Ссылочку, наверное, оставлю в описании. А еще заядлая рыбачка и довольно на это видео можно будет посмотреть. Как девушка совмещает три совершенно разных занятия, корреспонденты за ней узнали от первого лица.
Давай, а бабушка пошли. Начала рыбачить, потом блогер. Брата она научила, и брат, естественно, меня. То есть такая взаимосвязь у нас вот в семье сидим, была. Вот сидим, смотрим на рыбалке. Все к рыбалке. С 9 лет Валерия вместе с братом ездила на рыбалку. Девочке очень нравилось часами сидеть на воде. Ну давай, судак. Покажи нам, как ловиться надо. Будет интересно. Всем доброе утро. Сейчас и выскакиваем на судака. Жерлица посмотрел. Тишина. Как стояли, так и стоят. Ну, оставлю в день. Может, в день что будет. Сейчас насаживаем малька и идем пробовать уже ловить утреннего судака по рассвету. Ну все, закончили рыбалочку. Жерлицы не стрельнули. Самоловка это не стрельнула. Походили сегодня еще с утра. Нифига. Судак есть, но не берет. Отказывается. Видно, вчера попали просто на жор. До этого ездили раза три, наверное, подряд. Он не клевал. А это вот попали на жор и все. Он, не знаю, где-то раз в неделю у него какой-то жор появляется и начинает брать. Ну, в принципе, отловились достойно. За два дня, считай, что. Вот такие вот дела. Оцениваем. Пока.